Друзья, всем привет! Посмотрите, какая красота! Сегодня выпал снег ночью. Ну, плохо, что он уже тает. Вчера был минус 3, сильный ветер, а сегодня снежок, 0 градусов. И такая красота. Полный штиль. Рыбаков на воде очень много. Ну, а мы попытаемся что-нибудь сегодня поймать, так как выходной заканчивается. Вперед, посмотрим, что получится. Поймал я щучку на русле, на глубоководный крэнк. Сейчас я ее буду вытаскивать. Вот такая хорошая щучка. Килограмма 2, наверное. Может, чуть больше. Сейчас буду вытаскивать. Ну что, друзья, поймал я одну щучку на русле. Ну, там начали ездить, плавать троллингисты. Стало некомфортно ловить. И я решил вспомнить про свой любимый коряжник. Может, здесь удастся нам половить судочка. Вот такие вот здесь места красивые. Попробуем. Может, судочок проклюнется. Если нет, то поплывем опять на мелководье, на русло. Но сезон 2020 я открыл уже успешно. Это хорошо. Зачетная щучка. Мелкую мы не берем, а это зачетная. Ладно, будем ловить судачка. Ну что, судачок молчит. Хотя должен стоять в корягах. Должен. Он молчит. Ну, мы еще чуть-чуть побросаем и поплывем опять на русло, на мелководье. Ну что, коряжник наш молчит. Кидал я и пассивные приманки, и активные, и слаги, и черви. Вот. Тишина. И яркие, и темные. Троллингисты плавают. Ладно, поплывем в другое место.
Ну что, друзья, опять на мелководье кидал воблер карась и поймал щучку. Даже не щучку, или лещ. Вы такое видели, друзья? Это второй раз у меня. Лещ клюет на воблер. Видели? Обалдеть. Да. Клюнул в рот. Друзья, это у меня второй раз уже такой. На карась лещ клюет. Это просто можно обалдеть. Начался снег. Кидая карасик воблер. Такой удар, я обалдел. Думал, щучка мелкая. А это лещ, пожалуйста. Ну и что, продолжаем. Тишина, благодать, снежок идет. Скоро праздники. А мы ловим рыбку. Друзья, походу идет раздача леща. Потому что я опять кинул воблер карась. И скорее всего, что уже забагрил. А может, в рот клюнул, не знаю. Тут, видать, стая леща. Так я понять не могу, почему. Тут мелководье. Тут метр полтора глубина всего. Я здесь всегда летом ловил щуку. Да, забагрил. Забагрил. Воблер карась. И лещ забагренный. Ну хочется щуку ж поймать. Ё-моё, ну что ж это такое? Такие лещи. Ладно. Друзья, это не рыбалка. Что не брось, то ловлю леща. Ну это ж вообще, ну это хочется поймать щуку. Откуда столько здесь леща, я понять не могу. Летом здесь щука была, мелководье. И лещи такие хорошие, почему-то я их багрю постоянно. Все, друзья, собираюсь, я потихонечку плыву к машине. Идет снег, приманки, он мокрый, все мокрое, лодка в снегу. Щучка не клюет, клюет только на воблер лещ, но мне он не нужен. Но все равно поймал там 4 или 5 штучек. Щучку хорошую поймал. Рыбалкой в целом доволен. Сезон 2020 открыл успешно. На завтра, послезавтра передают уже минус 6, минус 4. Речка, наверное, будет покрываться льдом. Теперь выйдем аж весной. Свой улов покажу чуть попозже. Всех с наступающим Рождеством. Счастья, здоровья. Пока плывем к машине. Ну что, друзья, вот мой улов. Вот такая замечательная щучка. Килограмма 3, наверное. Вот моя рука. Вот такие лещи. Ну, щучка зачетная. Зачетная. Вот такая. Лещи тоже хорошие. Клевали на воблер карась. Хищники. Хищники. Ну, вот этого забагрил, вот этого, эти два пойманы в рот. Такая зачетная щучка. Считаю, что сезон 2020 весенний, или просто сезон 2020 открыл успешно. Всех поздравляю с Рождеством. У нас вот такая погода, видите, идет снег. Лодка была вся в снегу, просто было уже невыносимо сидеть. Клевали только вот эти вот красавцы. Щука молчала. Ну, рыбаки еще на реке есть. Я решил уехать.
Все, друзья, всех с Рождеством. Не хвоста, ни чешуи. Счастья, здоровья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Всех с праздником, с Рождеством Христовым. Всем пока.